Эфир канала RTVI продолжают мировые новости. В студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Франция в ожидании торжественных мероприятий, посвященных 70-летию высадки союзных войск в Нормандии и открытию Второго фронта. Среди приглашенных главы 18 государств, в том числе Владимир Путин. Это будет первая встреча лидеров Запада с президентом России после начала украинского кризиса. Ожидается, что основной темой формального и неформального общения станет именно ситуация вокруг Украины. Чего ждать от высадки высокопоставленного политического десанта в Нормандии, разбирался мой коллега Владимир Унанянц. Ветераны и мировые лидеры съезжаются во Францию, чтобы принять участие в праздновании 70-летия высадки союзников Нормандии. Крупнейшая в истории десантная операция, известная как «День Д», ознаменовала открытие летом 1944 года Западного фронта. Мероприятия 6 июня по традиции проводятся как символ примирения, поэтому в них участвуют как страны антигитлеровской коалиции, так и те, кто сражался на стороне Третьего рейха. Я все время думаю о наших товарищах, которых мы потеряли здесь и в других местах. И у меня слезы на глазах. Вы не можете их видеть, но они есть, так как я потерял очень многих друзей. Впрочем, празднование Дня Д обещает стать не только мемориальным событием, но и одним из самых напряженно ожидаемых с политической точки зрения. Хотя торжества по случаю высадки союзников в Нормандии всегда соединяли память с политикой, пожалуй, никогда еще ситуация не была такой неясной и потенциально скандальной. Западные СМИ не применули отметить. Высадка Владимира Путина демонстрирует, что память входит в противоречие с политикой. В этом году российский президент станет на праздновании полужеланным гостем. Он представляет союзника по Второй мировой, противника по холодной войне, будущего друга в период после развала СССР и современного недруга в борьбе за Украину. Франсуа Алланд, позвавший Путина на церемонию задолго до кризиса на Украине, не отказался от приглашения и после обострения отношений российского лидера с коллегами по международной арене. Объяснив это невозможностью забыть, что во Второй мировой войне погибли миллионы русских. Впрочем, другие лидеры тоже признали, что визит Путина отменить невозможно. Некоторые надеются, что годовщина может создать предпосылки для кратких личных контактов российского президента и, возможно, будут сделаны первые шаги для выхода из кризиса. Да и сам Владимир Владимирович уверяет, он не от кого бегать не будет. И, конечно, пообщается со всеми. Что касается отношений с Обамой, я не забыл этот вопрос. У, нас, у меня нет основания полагать, что он совсем не хочет общаться с президентом России. Но в конце концов, это его выбор. Я всегда готов к диалогу и думаю, что диалог – это лучший способ навести мосты. До сих пор мы с ней общались, созванивались, говорили по телефону. Готовится к встрече и Барак Обама. Как видно на кадрах, снятых в спортзале Варшавского отеля, американский лидер намерен подойти к возможному диалогу с имеющим черный пояс по деду Путиным в хорошей физической форме. Изначально в Нормандию были приглашены лидеры 17 государств, причем из республик бывшего Советского Союза только России, как заявили представители Елисейского дворца, потому что лишь Москва является правоприемницей СССР. Однако после проведения президентских выборов на Украине персональное приглашение от французского лидера получил победивший на них Петр Порошенко. При этом Франсуа Алант уточнил, что позвонил российскому президенту, чтобы предупредить его о приглашении Порошенко, и тот не стал возражать. Я считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс. У него пока руки не испачканы кровью, и он может приостановить эту карательную операцию и начать прямой диалог со своими гражданами на востоке и юге своей собственной страны. Ну а сам новоизбранный украинский президент заявил, Будет очень символично, если в Нормандии мы сможем начать процесс мирного урегулирования на Украине. И добавил, сразу после инаугурации, которая состоится на следующий день, 7 июня, он будет готов представить план мира и стабилизации ситуации на востоке страны. Владимир Унаньянс, Цинизму нет предела. Так премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление большой семерки о действиях украинской армии на Донбассе. Страны G7 назвали спецоперацию силовых структур сдержанной. Медведев возмущен, что на Западе и в самом Киеве не видят гуманитарных проблем на востоке Украины. Заявление властей страны об отсутствии беженцев с Донбасса премьер назвал враньем. По утверждению главы правительства число вынужденных переселенцев, перешедших на территорию России, составило уже 4000 человек. Другие цифры приводит уполномоченный при президенте. По правам ребенка Павел Астахов, он заявил, что только за последние сутки в Ростовскую область были вынуждены бежать более 8 тысяч граждан Украины. Запады и восток разошлись в оценке президентских выборов в Сирии. Страны Большой Семерки назвали фиктивным голосованием убедительную победу, в котором одержал действующий лидер Арабской Республики. В G7 считают, что у Башара Асада нет будущего в Сирии. В Москве же эту позицию не разделяют. В российском меди выборы назвали важным событием, обеспечивающим функционирование государственных институтов в Арабской Республики. Реакцию стран Запада на Смолинской площади назвали легковесной и политизированной. А вице-премьер Дмитрий Рогозин и вовсе счел их политику, прошу прощения, тупо. По мнению замглавы российского правительства, она исплатила сирийский народ вокруг своего лидера. В самом Дамаске настаивают на демократическом характере голосования. Весть о победе Асада на выборах многие жители страны встретили ликованием и стрельбой в воздух. Жертвами шальных пуль на таком праздновании стали несколько человек. Сирийский народ с отличием сдал тест на демократии. Люди показали пример демократии в ее лучшем проявлении. Эти выборы могут стать примером для остального мира, показать, как прозрачно и честно можно организовать избирательный процесс. Черные флаги группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» были подняты сегодня над некоторыми правительственными зданиями иракского города Самара. Суннитские экстремисты захватили несколько районов священного для шейтов центра, расположенного в 120 километрах к северу от Багдада. Вооруженные гранатометами, пулеметами и автоматами, боевики ворвались в город с разных направлений рано утром. Они захватили ряд пропускных пунктов и полицейских участков. В расточенных столкновениях погибли не менее шести силовиков. Несколько десятков человек получили ранения. В их числе как военнослужащие так и мирные жители некоторые районы Ирака еще в январе оказались под контролем исламистской группировки, связанной с Аль-Каидой, боевики этой организации воюют и в соседней Сирии. Что ж, на этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.